Ежегодно в России съедают более 1 000 000 тонн яблок. Большинство людей пробуют яблоки еще в школе. Мало кто из взрослых россиян не ест яблоки. Знай, яблоки разрушают эмаль зубов. Чрезмерное употребление яблок может вызвать язву. Яблоки заставляют людей рисковать своими жизнями. Жующий яблоко человек неприятен. От него рано или поздно отвернутся родные и близкие. Задумайся.